Дороги в областном центре должны быть лучше и удобнее. Мэр города озвучил информацию о том, что подготовлены 3 заявки в Минстрой на выделение 200 миллионов рублей на строительство 3 новых магистралей. Первая соединит Шереметьевский проспект с улицей Марии Рябининой вдоль улицы Наумова. Дорога впоследствии примкнет к перспективному направлению улицы Бубнова, которая, в свою очередь, перейдет в мост через Увать. Еще одна магистраль обеспечит транспортную доступность строящегося микрорайона Видный. Это район Комвольных улиц. И пункт 3 на повестке – реконструкция участка автодороги от улицы Большой Воробьевской по Володиной и дальнему тупику к микрорайону Новая Ильинка. О судьбе заявок будем сообщать. Сейчас мы выполнили первый шаг. Мы подали заявку Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства на получение вот этих целевых субсидий. И они включают не только дороги, но и ливневую канализацию, например, в которой очень нуждается жилой микрорайон Новая Ильинка, потому что та ливневка, которая была создана застройщиком, она не подключена к центральной ливневой канализации нашего города, а это очень тоже дорогостоящее мероприятие.